привет, дорогие друзья! Привет из солнечной и жаркой Турции! Сегодня я предлагаю вам кулинарный влог. Заниматься я буду кулинарией. Печь я буду сегодня пирог, который очень похож на пирог с зебра. Но особенность этого пирога в том, что я буду добавлять в тесто манную крупу. Поэтому я думаю, что это видео вас заинтересует. Присоединяйтесь. Ну а я начинаю. И сегодня мне будут необходимы следующие продукты. Манная крупа 1 стакан, сахарный песок 1 стакан, кефир 2 стакана, масло подсолнечное 0,5 стакана, мука 1 стакан, какао 2 столовые ложки, разрыхлитель 1 пакетик и ванилин 1 пакетик. Итак, приступаю.